Ты напугал меня. Я! Пожалуйста, поштырку! Что это? Не... Воу! Не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Убийца разгуливает на свободе. Склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Мне больно. Бежать некуда, старик. Кто знает, старик, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Ты служишь ложному богу. Это пустая жертва. Я тебя поймаю! Нет, не может быть! Чем его я? Как ты это сделал? Он только что убил человека, я все видел! Убийца! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Кто мог сделать такое? В непростые времена. Убийца разгуливает на свободе. Денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, как это произошло? Найдутся возможности. Талал знает о ваших бедах.
Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Смотри-ка, что он делает. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Умри! Талал обещает. Но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Вам больше иди не сюда! Нужно. Может, не поздоровится. Что плохого я сделала тебе, недоброго? Чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Стража! Он только что убил человека! Что? Кто это сделал? Лучший кто это? Что случилось, бедолаги? Только сегодня! Скидки на все товары! Что случилось? У нас под боком ходит убийца. Ты за это заплатишь! Они не должны драться. Ходит убийца. Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время... Их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Уходи-ка, пока я не рассердился на... А?
Пошел прочь! У меня много разных товаров, даже слишком много. Что-то понравилось. Тебе сюда нельзя, убирайся! Здесь все, что люди, нужно! Люди, подходите, посмотрите! Кажется, я видела все, что можно. Убийца разбудил. Увидишь, тебя трубят руку. Умоляю вас, грязный мой! Всего пару монеток. Стой! Больного, ты не пройдешь здесь! Нищенки. Ни шагу! Пожалуйста, господин, подайте. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы! Но я не говорю, здесь. Слава! Умереть в служении Господу! Сражаясь за то, во что мы верим, нет участи слабнее. Атас! Будьте бдительны, друзья. Тебе сюда нельзя. Шайтан всюду водит. Вокруг нас смотрит. Ни шагу. Ждет. Дерись! Не подходи. Не подходи. Фото! За ним! Тебе не сбежать! Не потеряйте его! С севера идет английский король и его армия неверных. Вот он здесь! Не отставать! Я тебя поймаю! Тебе не уйти! Вернись сюда! Сюда! Выходи и сражайся! За защиту нашей великой цивилизации! Вот он! За ним! Сражайся, дабы избежать истребления! Это надо, этот человек-убийца! Хочет перебить нас всех до единого! Мы должны защищаться! Он сошел с ума? Что это с ним? Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Если Ричард захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Нашим, и наш долг защищать его до самой смерти. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Oof.
бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как сама. Пара монет. Я прошу тебя. Ты меня раздражаешь. Только попробуй. Смерть неверному! Сейчас! Он напал на меня! Давайте, бежать тебе некуда! Неверный, умри! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Что здесь произошло? Какой кошмар! Он хочет меня убить! Помогите! Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим! Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал... Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Скажи, что ты знаешь о некоем Талале. Это твоя работа — находить и убивать людей, Аль-Таир, а не моя. А твоя — помогать мне. Его смерть пойдет на пользу всей стране. А тебе она не пойдет на пользу? Это тебя не касается. Как раз твои действия меня касаются. Можешь не помогать. Я сам его найду. Постой. Я не могу допустить, чтобы ты шатался по городу, словно слепец. Я расскажу тебе, где искать. Я слушаю. Три места. На юге, на рынке, что разделяет еврейский и арабский районы. На севере, близ мечети. И на востоке, перед церковью Святой Анны, рядом с воротами Баб Ариха. Это все? Этого достаточно, чтобы начать поиски. И больше, чем ты заслужил. Смотри-ка, что он делает? Тебе сюда нельзя, убирайся! Yeah.
Как странно. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Зачем это делать? Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Неверный! Этот город наш, он всегда был нашим. И наш долг защищать его до самой смерти. Что-нибудь приглянулось? Как это произошло? Где тот, кто заварил эту кашу? Больной, голодный и нищенки. Он точно разобьется. Король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль. Там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая? Невежество? Насилие? Безумие? Мы должны дать им отпор любой ценой. Покажите. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как Салах ад-Дин. И сражайтесь с врагом так, как можете. Слава Салах ад-Дину. Он нашел в себе силы встать за защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Да ты! Подходи, посмотри мой товар! Что-нибудь приглянулось? Эй, ты! Да ты! Подходи, посмотри мой товар! У меня есть все, что тебе нужно! Я к твоим услугам. Что-то понравилось? Отстань от меня! Лучшие товары во всей стране! О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких. Мир клиентов. Тебе, Альтаир. Непростые времена настали нынче, а? У меня куча неприятностей. Мне нужно было расследовать исчезновение людей в богатом квартале. Но приспешники Талала меня заметили, и теперь мои дела плохи. Ты сможешь убрать их с дороги. Взамен я кое-что тебе расскажу. Ты и вправду очень мудр, раз решил обратиться ко мне. Подходите, смотрите мой товар! Все свежее и по отличной цене. Он точно разобьется. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Что-нибудь приглянулось? А! Ничего себе! Нашел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь давай. Такого не случится. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как Салах ад-Дин. Да. И сражайтесь с врагом. Всего пару. Что это было? Ой, родные бои, пухнут в голову. Подайте пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть.
Хоть что-нибудь для больной, голодной нищенки. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Зачем идиот? Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Убирайся прочь, на их глаз. Я прошу всего лишь... Умоляю вас, господин. Всего пару монеток. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Скажите, зачем он это делает? Лучшие товары во всей стране. Может, тебя заинтересует... Что за болван? Альдаир, ты смог устранить тех, кто заметил меня? Прекрасно. Вот что я узнал про Талала. Это известный работорговец. Он занимается своими темными делами в северной части города. Стражникам он платит дань, так что те на все смотрят сквозь пальцы. Но теперь я уверен, совсем скоро его постигнет незавидная участь. Спасибо тебе, Альдаир. Что случилось? Это ужасно. Его нужно остановить, пока он не расшифрован. Смотрите, вы останетесь довольны. Я к твоим услугам. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся. Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. А теперь что, он делает? Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Малик. Пришел тратить мое время? Я нашел Талала и готов приступить к заданию. Это решать мне. Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне, к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Перемотка на более поздний участок памяти.
навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой! Ха! Умри его! На помощь! Помогите кто-нибудь! Ой, ты не пройдешь вместе! За это ты поплатишься жизнью! Тебе конец пришел! Не виноват! Зачем ты это делаешь? Йоган! Вернись сюда! Ай, Йоган Кэпер! Тебе не уйти! Хватай его, даже если и не понимаешь этого! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Не дайте ему уйти! Не потеряйте его! Сюда! Альбо! Я тебя поймаю! Хочешь умереть? Не верь, у тебя нет силы! Еретик! Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Раз решил обратиться ко мне. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Вор! Грязный вор! Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя! Подходи, подходи! Это далеко не все, товар полно. Эй, ты! Да, ты! Подходи, посмотри мой товар! Тебе нигде не найти товара лучше! Отсюда выхода нет, ему конец! Кто-нибудь видел его? Ну и шайтан с тобой. Ты проклятый лав, от него не скроешься. Он что, совсем идиот? Им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая? Невежество, насилие, безумие.
Мы должны дать им отпор любой ценой. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах один скачет им навстречу, чтобы остановить их и отомстить за варварские деяния. Нет, умоляю, не уходи. Убирайся, чернь, пока цел. Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Умри его! Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Не понимаю, чего он хочет добиться. Но ведь этому должна быть причина. Высшая цель какая? Невежество? Насилие? Безумие? Мы должны дать им отпор любой ценой. Землю и тысячи полегли, защищая свою. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее! Должен прекратить это ребячество. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Увидишь, тебя трубят руки! Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее. Ну что, работорговец? Не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял, достаточно. Покажись. Помоги мне. Спаси меня. А, ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь. Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе. Ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть.
Это научит тебя не вмешиваться. Стейки Паркин Дадиз на Маале Азарда Кайбер. Seni gözün kapalı bile yener. Он всегда был нашим, и наш долг защищать его. Кими бойна иметь из пёрсу? Мы должны дать им отпор любой ценой. Уберите его от меня! Вами, дабы предупредить вас, если Ричард захватит Яфу, чего Тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал? Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на Святую Землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда мы закончим. Боги давно оставили... Молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай им не выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет, пока нет. Но увидишь. Нет,
Я тебя поймаю! Умоляю, поставь. Да чего он это делает? Убейте его! Ты от меня не уйдешь! Навсегда не спрячешься, Тину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Никогда не спрячешься. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яху, его... Альтаир! Я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю, знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет, хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что я выполнил задание Аль-Муалима. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Перемотка на более поздний участок памяти. Отпор любой ценой! Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Черт возьми! В чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного. Что за черт? Здесь кто-то был. Похоже на какой-то код доступа. Проснитесь и пойте, у нас впереди долгий день. У меня обычно жизнерадостная. Мисс Стилман внесла кое-какие изменения в анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нем. И искать ваше сокровище? Это серьезно, мистер Майлз. Не думаю, что вы понимаете, какую серьезную работу делает Абстерго. Может, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь? Мы меняем мир. Каждый день, сотнями разных путей. Вы знаете, что почти всем открытиям последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или ее предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом.
Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем посредников. Зачем? Разве не ясно? Чтобы управлять событиями. Но как? Чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете все подряд, а мы, жалкие смертные, не способны ни на что? Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Находите? Это дары, мистер Майлз. От тех, кто пришел раньше. Мы теряем время. Поговорим об этом позже. Доброе утро. Ага, привет. Вперед, мистер Майлз! Не тяните! Подойди, Альтаир. Пока все идет хорошо. Трое из девяти мертвы. И за это тебя можно поблагодарить. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновленный победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах ад-Дин, несомненно, знает об этом и собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так, значит, рассеять их армии и столкнуться с яростью 10 000 воинов, не знающих, что им делать. Нет, они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, я пролью их кровь. Запоминай. Абу Аль-Нуквот, самый богатый человек Дамаска. Машт ад-Дин, регент Иерусалима. Уильям Манферат, сеньор Акра. В чем их вина? Жадность, невежество, убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели – установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. И будь осторожней, Альтаир. Твои действия взбудоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше.